Первое и, пожалуй, самое главное. Речь идет о Сирии, о национальных интересах Российской Федерации. Это не первый случай, когда мы используем вооруженные силы за границей для противодействия терроризму. Ракета «Калибр» — высокотехнологичное, высокоточное, современное оружие. Первое — действительно есть. Второе — что оно высокого качества. Третье — что есть люди, хорошо обученные, подготовленные, которые эффективно его умеют применять. И четвертое — у России есть воля его применить.
преувеличивать значимость этого инцидента, в котором весь мир встал на нашу сторону, и не стоит переносить его в политическую и экономическую сферы. Если подобное нарушение границы случится сегодня, Турция отреагирует точно так же. Это событие выходит за рамки обычной борьбы с терроризмом. Конечно, наши военные ведут героическую борьбу с террором, не жалея себя, не жалея своей жизни. Но сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов. Присоединиться к нам нашли в себе силы и Елена Юрьевна Пешкова, и Ирина Владимировна Пазыныч, которые потеряли своих мужей в войне с террором. Низкий поклон вам и родителям наших героев. Прошу почтить память наших солдат, которые отдали жизнь, выполняя свой долг. Память всех российских граждан, погибших от рук террористов. الله لا يوفل الله لا يوفل что задача, поставленная перед Министерством обороны и российскими вооруженными силами в Сирийской Арабской Республике, в целом выполненная. При участии российских военных, при участии российской военной группировки, сирийским войскам и патриотическим силам Сирии удалось кардинальным образом переломить ситуацию в борьбе с международным терроризмом.
Владимир Путин по телефону поздравил президента Сирии Башара Асада с освобождением Пальмиры. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства заверил, наша страна будет и дальше поддерживать сирийских военных в борьбе с террористами. Башар Асад, в свою очередь, высоко оценил помощь российской авиагруппы, отметил, что без России разгромить плацдарм ИГИЛ в Пальмире правительственным войскам бы не удалось.